103 года исполнилось органам ЗАГСа. Первый законодательный акт в области семейного права был подписан 18 декабря 1917 года. Он и положил начало истории ЗАГСа. Регистрация брака. В основном именно с ней ассоциируется ЗАГС. Только в этом году зарегистрировано почти 36,5 тысяч семей. За аббревиатурой ЗАГС – запись актов гражданского состояния – все самые важные события в жизни человека. От первой записи и до последней. Актовую запись о рождении вашей дочери нужно будет рассмотреть, проверить, прочистить. Надо будет расписаться за сам документ о рождении дочери здесь. Первоначально органы ЗАГСа работали при НКВД, затем они вошли в структуру МВД, потом исполнительных комитетов. В 2006 году органы ЗАГСа вошли в систему Министерства юстиции. От сотрудников органов ЗАГСа, от их работы, конечно, в том числе зависит и то, как относятся граждане к органам местного управления, к органам государственной власти, потому что вы оказываете государственные услуги гражданам, когда они находятся или очень в положительной ситуации, рождение ребенка, бракосочетание. И бывают и грустные, конечно, печальные моменты. Это потери близкого человека, родственника. И от работы органов ЗАГС, их сотрудников, зависит, как человек переживет эти события, с каким настроением он уйдет и какое его будет общее самочувствие. Еще в прошлом году органы ЗАГС запустили проект по созданию и укреплению семьи. Благодаря ему 31% семей, подавших заявление о разводе, отказались от расторжения брака. Автор проекта Наталья Арсентьева. Цель проекта – научить молодые пары, семейные пары выстраивать семейные отношения, помочь создать и сохранить крепкую семью. В рамках данного проекта каждая пара, подавшая заявление о заключении брака в орган ЗАГС, приглашается на занятия с психологами. Психологи проводят с ними лекции, тренинги, ролевые игры, на которых обсуждается тема взаимоотношений. Психологи также работают с лицами, намеренными расторгнуть брак. И они, психологи, помогают этим семьям найти конструктивный выход из сложившейся ситуации. Именно этот проект Наталья и представила на конкурсе «Лучший государственный служащий Чувашии». Его итоги станут известны уже на следующей неделе. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.